Как правильно передвигаться на снегоступах, разжечь на снегу костер или установить палатку. Об этом и многом другом рассказал химчанам турист с 30-летним стажем Эдуард Олениченков. Холод и непогода не помеха для истинных любителей дикой природы. Но есть множество нюансов, которые необходимо знать, чтобы от путешествия остались только приятные воспоминания. Сейчас лучше всего зимой приобретать материалы синтетические. Почему? Потому что, во-первых, они снеготравливаются. Если вы упали, не нужно даже отряхаться, снег не прилипает. Вот. Любой другой материал, который защищается снегом, это уже плохо. Вы же теплые, да? Если вы упали, то снег на вас начинает таять, он, естественно, промокает, и вам становится некомфортно. То есть, случись какое-то ЧП, будь ли вы ночуете в палатке, или кто-то в лавину попал там куда-то, или там отстали, вас могут всегда найти сверху под той яркой одеждой, которая есть. Она действительно так и должна быть. Тематические мастер-классы проходят в Химках каждый день. Подробную информацию о занятиях можно найти во вкладке газеты «Химкинские новости», в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.